Ну как я сразу? Дорогие друзья, я уже испугаю аплодисментами и не отпускают. Это любимица российской кинопублики Ольга Хохлова. А также жду представления глава Российской ассоциации киноискусства и киноиндустрии, продюсер Чун Ан Ли. Добрый вечер. Ким Дон Хон, основатель и почетный директор Пусанского международного кинофестиваля. Какие знатные гости на нашей звездной дорожке. Ваши аплодисменты. Ольга Хохлова, Ким Дон Хон, Чун Ан Ли. Я вот лично очень рад, что вас вдруг у нас проводится Миллиана Юрова. И Ольга может приехать домой и обнять всех друзей, знакомых. Однокурсников, где Ольга окончила наш институт развития. И вот Ольга Хохлова, это просто уже фотосессия на звездной дорожке во Владивостоке. Она просто счастлива и так радуется каждой встрече в нашем городе. Здесь ее любят, здесь ее знают. Здесь она всегда желанна. Я прав, Вячеслав? Да. А если бы Оля посмотрела наверх и увидела меня, она бы вспомнила, что мы вместе учились. Да, давай.